С самых первых нот узнается один из величайших композиторов мира. Балет «Лебединое озеро» при жизни Чайковского с треском провалился, и только после смерти композитора обрел популярность. Но расскажем мы не об этом. Петр Ильич неплохо разбирался в сигарах и даже отправлял посылки своему зятю, мужу сестры. Лёва, вчера я купил тебе еще сигар, Магнифика больше нет, поэтому я решился тебе выслать 400 других по 11 рублей и 5 сотен по 12. А Гелиндер их очень хвалит. В то время сигары покупали сотнями. Чайковский создал около 80 музыкальных произведений. И кто знает, сколько он выкурил сигар. Петр Ильич Чайковский.